Привет, люди! С вами дядя Ваня. В преддверии Нового года хочется сделать какой-нибудь интересный подарочек. А я, если вы помните, люблю работать на лобзиковом станке. Так что сегодня мы сделаем проект на лобзиковом станке Хегнер. Ну вот, что получилось. Вот такого слоника я сейчас сделаю. Сюда можно будет ставить iPhone, а сюда карандаши. Ну вот я нашел в мастерской все обрезки клена, будет у нас белый слон, а уши сделаю из обрезков дуба. Первая операция — склейка. У нас плохих со станками обращаться, со шпуном и массивную доской, строгать, пилить, сверлить и наслаждаться своим трудом в открытой мастерской. Рубанков нет, рубанков нет, у нас плохих рубанков. Но пока сохнет заготовка, сделаю-ка я уши слона. Вот я их нарисовал, выделил. А чтобы два раза не вставать, сейчас я приклею и выпилю сразу одним махом два. Так что вперед. Художник ты, дизайнер или столяр? Модельщик, резчик, плотник, маркетрист? Наш инструмент всегда тебя достоин. Рубанков, как песня снова спетая на бис. Рубанков нет, рубанков нет, у нас плохих. Вот наклеил ухо по центру специально, чтобы мне там понравились волокна. Сразу буду пилить два. Работать буду на Хегнере. Лобзиковый станок Хегнер Мультикад. Отличная машина. Пилки буду использовать в этом проекте. Пилки Пегас, пятый номер реверсивных пилок и 12 номер обычных пилок. Вот сейчас я поставил 12 номер и приступаю. Со шпуном и массивную доской, строгать, пилить, сверлить и наслаждаться своим трудом в открытой мастерской. Рубанков нет, рубанков нет, у нас плохих рубанков нет. Сейчас мы выпиливаем место, в котором будут, собственно говоря, и хранятся всякие разные карандаши. Так что вперед. Продолжаем клеить.
щебель, фальцгобель, сензубель, стамески, цикли, фрезы, верстаки. Все, что строгает, режет или трубит, найдется здесь для сердца и руки. Рубанков нет, нет, нет. Рубанков нет, и точка нет. У нас плохих рубанков нет. Так, ну, сэндвич наш, судя по всему, уже высох, схватился. Можно продолжать дальше. Так. Отлично. Теперь сейчас мы приклеим сюда нашего слона. Вот таким образом. И выпилим его. Все, погнали. Для того, чтобы потом легко было отрывать двусторонний скотч, предварительно лучше приклеить малярный, а двусторонний заклеить на него. Тогда проще отдирать от дерева. Я имею в виду в тех случаях, когда нужно приклеить шаблон бумажный. Готово. Пилим. Шерхебель, фальцгобель, сензубель, стамески, цикли, фрезы, верстаки. Все, что строгает, режет или трубит, найдется здесь для сердца и руки. Рубанков нет. Ну вот, такой вот у нас результат. Можно посмотреть, без обработки. Здесь один прыжок. Но это я вышлифую. Результат отличный. Хочу показать. Только Хегнер такое, только на Хегнере можно такое сделать. 56 миллиметров. Нет у нас плохих рубанков, нет. Рубанков нет. Рубанков нет. Рубанков нет. У нас плохих рубанков нет. Продолжаем разговор. Слоник наш готов. Остается сейчас нам приклеить уши. И все, вышкурить. Разъединяем наши уши, что я делаю шпателем. Здесь учатся станками обращаться со шпуном и массивную доской. Вот. Специально здесь я не клеил малярный скотч, чтобы показать, что очень сложно отрывать, особенно если с бумагой. Сейчас как-то более-менее легко отошло, но лучше с малярным скотчем. Кстати, очень хорошее приспособление. Наклеим наждачную бумагу на жидкие гвозди, полукруглые всякие разные соединения. Одно удовольствие вышлифовал. Так что маленький вам лайфхак. Наш инструмент всегда тебя настроит. Как песня, но ответы. Рубанков нет, рубанков нет, рубанков нет. У нас плохих рубанков нет. Рубанков нет, рубанков нет, рубанков нет, рубанков нет. У нас плохих рубанков нет. Рубанков нет, рубанков нет.
Вот сейчас я хочу просверлить, сделать глазки нашему слоненку. Для этого я буду использовать пробочники японские. Сверло и пробочник. Восьмерочку возьми. Вот сверло. А вот пробочник сам. Удивительные, хорошие вещи. Как мы раньше без них обходились. Сверлом просверлю отверстие 8, а потом сделаю глазки и туда их воткну. Так что к сверлильному станку. Все, что строгает, режет или трубит, найдется для сердца и руки. Рубанков нет, рубанков нет, рубанков нет, у нас плохих рубанков нет. Станками обращаться. Ну вот, наш слон. Белый же слон. Значит, блондин. А блондин должен быть какой? С голубыми глазами. Ну, голубых у меня нет, есть фиолетовый. Ну, какая разница? Нашел кусочек амаранта. Сейчас я его из него сделаю глаза. Для нашего слона. Бывает же розовый слон. А у нас будет белый с фиолетовыми глазами. Альбинос. У нас плохих. Ну, и излишки уберем прекрасной пилой. Ну и последний мазок нужно приклеить уши. Гобель, сенцубель, стамески, циклин, фрезы, верстаки. Все, что строгает, режет, пилит, рубит, найдется здесь для сердца и руки. Рубанков нет, нет, рубанков нет, и точек нет, у нас плохих рубанков нет. Ну вот, такой удивительный слон. Для ручек, карандашиков, ну и гаджет можно включить, поставить и смотреть. Очень хороший, мне кажется, подарок к Новому году. Да, другие скажут, что это год собаки, причем тут слоны. У меня-то год слона начинается, так что всех поздравляю с наступающим Новым годом. И всех клобзиков пилить, пилить и пилить. Пока, с вами был дядя Ваня, увидимся. И массивную доской. Строгать, пилить, сверлить и наслаждаться своим трудом в открытой мастерской.